На конкурс «Дети читают стихи» Тимошенко Вера, 12 лет, Муса Джалиль, «Варварство», город Алушта, село Лучистое. Они с детьми погнали матерей, и яму рыть заставили, а сами они смотрели кучкой дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею друг друга по с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда вовеки. Я видел, плакали, как дети, реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучу вышло на поля. В последний раз детей поцеловала, в последний раз. Шумел осенний лес, казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, гнилая мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья, еще не старая женщина. Она смотрела, ужаса полна, как не лишиться ей рассудка. Все понял, понял все, малютка. Мамочка, спрячь меня. Не надо умирать. Он плачет и как лист сдержать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу, против дула прямо. Я, мама, жить хочу, не надо, мама, пусти меня, пусти, чего ты ждешь? И страшен плач, и голос тонок,